I think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, решил зайти сегодня все-таки в битву замков на английский сервер, на русский даже не залетал. Посмотреть, что тут и как. И ввели все-таки такое же, как и на Тайване, возможность обмена. Я считаю, это реально круто. Будет очень круто, если такое будет на немке. То есть реально у кого есть запасы героев, есть возможность получить недостающих донатных героев. Поехали, пробежим сейчас по акциям. Что интересного у нас есть? Fortune Hunter. О, Treasure есть майнинг. Отлично. Сейчас посмотрю, что есть по тратам. Заберем плюхи. 1000 штук. Тоже неплохо. Так, за вход. Забрали, хватайка. 20 жетончиков. Неплохо. 2 донатных карты сразу. Нифига себе. Ну, я надеюсь, вам тоже повыпадало. Но мне эти карты как бы ну не особо нужны. Сейчас посмотрим еще, что есть у нас интересного по акциям. Арбы, планты, проспектор. Ну, это реально классно для бездоната. О, за дриаду. За дриаду скин. Сейчас надо будет глянуть на горгула скин. Блин, неплохие плюхи, кстати. Что у нас по дискаунту сегодня? 15 коробок. Психощит, летица. Тоже неплохие плюхи. Сменки. Карточка. Ну вот это, конечно, дикий пак. Рубля 4000 самоцветов. Это просто трэш какой-то. Так, надо глянуть на горгула нам на скин. А что-то тут печалька. Ежедневный донат. Поехали. О, отлично, нам скин на горгула как раз нужен. Поехали, попробуем заролить дриаду. Махатма. Может, еще что-то попутно упадет. Супер. Супер дроп. Ну вот есть, отлично. Забрали плюхи. ЗП-шки. Сейчас с вами, кстати, сбегаем в островок. Интересно, шансы порезали или нет? Серину. Я так быстренько, чтобы не мучиться долго. Так, поехали. Ну вот Treasure Mining реально это самая топовая на сегодня акция. Так, второй мы вытащили. Ну самое основное в третьем. Сейчас глянем, кастрированный или нет. Потому что на немке запустили, там, конечно, печаль. Полная причем. Не, смотри, последние не дают. У нас там, наверное, уже плюх нормально в ящике. Сейчас мы, наверное, все еще не заберем.
Итак, что у нас есть? Две официальных карты отсюда мы получили. Считайте, за роллинг. Ну, это я вчерашние плюхи позабирал. И вот драконы, там скины, все дела, блин, неплохо. Это вообще практически по минималке. Ну, здесь мы на вот эту нижнюю часть задонатили, получили зефира за 10 или за 11 баксов, плюс других всех героев, которых видите. Но карты донатные, 4 штуки мы сейчас должны получить. Сейчас попробуем с вами еще забрать пыльцу. Сейчас мы просто сделаем перезаход. Потому что у нас должны добавиться еще остальные плюхи. Это не все плюшки. Я надеюсь, они не пропали. Потому что в этой обычной акции так и бывает. Вот видите, еще магию показываю вам. Вот сундучки по прилазере. И пыльца. То, наверное, не все. Вот три карты у нас есть донатных. Сейчас чекнем, что там у нас по пыли собралось. 363. Сейчас пойдем с вами добивать еще. А давайте по X10 пару раз зафигачим. Можно же со скидкой паролить. Что я по 450? Бугич. Ну такое, знаете, не очень падает. По коллекционеру вообще печально. На мешки зефира можно не надеяться даже. Ну что, вы похерили золотой сундук? Он типа не падает, что ли? Да, походу не падает. Но мне интересно именно золотой сундук, потому что там дают, ну, 200 пыли. Это самое интересное. Остальное, в принципе, мне нафиг не надо. Такс. Такс. Давайте так попробуем. Странно, очень-очень плохо падает. Раньше 20к уходило и без проблем падало. Тут, смотрите, просто тупо ни в какую. Ну, карты мы то забрали, но видите, не падает эта фигня. Землеройка. Бигфут. Ну, очень желейки плохо падают. Реально, мне не нравится вообще дроп. Да давайте уже этот сундук долбанный. Походу они его пофиксили. Фиг золотой теперь так получишь просто. Хотя дают те карты, в принципе, золотой это такое. Самое главное, что дают карты. Ну давайте еще добьем до 300. Посмотрим на дроп. Оккультист, неплохо. Фрэнк, ведьмочка, Космо. Ты что, смотри? Смотри, как падает. Еще так вот сделаем. Thunder God. Да, походу с сундуком золотым. Не, все-таки упал. Все-таки он нам упал. Посмотрите, сколько дропа. Сколько дропа за сегодня? Ну реально, за 50к, я думаю, это стоит, эта акция того. Плюс попутно вы еще дофига всего забираете. Сейчас пойдем с вами, пока есть возможность, есть островок сегодня еще
попробуем словить еще часть. У нас сколько? 60, по-моему, осколков было. Ну, неплохо плюх нападало. Так, ну что, давайте заберем карты. Считайте, 4 карты забрали на халяву. Так, поехали, будем пробовать сейчас с вами ловить. 600 пальцы у нас. Так, полный сундучок. Нифигово так нападало нам плюх сегодня. Очень сюда полез. Семьдесят семь попыток. Да, божество, конечно, падает. И мастер. По сравнению с этим героем. Очень круто. Так, опять забили. Интересно, сколько мы осколков собрали. Ну, я думаю, около 100 будет. Где-то так. Так, отлично. Итого. Там мы вчера обмен поделали. 90. Плюс 300 за... Ой, говорю 300. Плюс 30 за 600. Ну, в принципе, не так уж и много. По плюхам, в принципе, неплохо получается. Смотрите, 10-я эмблемка. Ну, для... Без доната, я вам скажу, вот такой вот обмен. Ну, это вообще космос, ребята. У нас только Мэри не выпало. Это просто изи. Изи вытащили сразу 4 героев. 2 дуэлянта и 3 этих. Ну, мы открыли 5 карт, наверное. Если бы 4, не знаю, упало бы 2 дуэлянта или нет. Но 4 карты и 4 разных героя, думаю, упало бы. Неплохо. Оккультист еще отсюда упал. Да, нехило, нехило так насыпало плюх. Расходники. Ну, в общем, все. С этими расходниками разобрались. Вот такой вот, ребятушки, видосик. Пишите, что кому упало, кто что сегодня достал. Еще плюс можно... Ну, мне не надо, в принципе, но это надо сливать каких-то героев. Мне лень сейчас перекачивать. То есть, реально, 5 карт за сегодня, у кого есть еще Космо и Трифит. 5 карт реально достать. То есть 4 героя, я считаю, это реально круто. Все, всем удачи, всем пока.